во втором матче подряд. Довольно быстрый гол получает в свои ворота Сельта. Давайте еще раз смотреть, как это было. Там провал был на фланге обороны у Сельты. Вот, собственно говоря, где ошибка-то случилась. Это центральный защитник Кабраль. Здесь гол себе, в общем-то, привез. Его Фабрегас обокрал. Получил передачу от Педро. Входит в штрафную Фабрегас. Юэль справляется с мячом, но на добивание оказывается один Алексис Санчес. И, конечно, здесь уже спасти свою команду у вратаря шансов не было никаких. Вот так вот Барселона выходит вперед. Санчес забил очень красивый гол в ворота Реала. И выводит свою команду вперед в этой игре. Да, очень правильно будет против Бускетса.